Доброго времени суток, друзья! Привет всем! Смотрим в диспетчере задач происходящие процессы. Винду только что установили и смотрим, как работает винда на холостом ходу. То есть процессор вообще практически ничего не кушает. Оперативная память 33%. А вот да, так вот. Проводник интересный. 46, да. Так, винду только что установили, буквально 10 минут назад. Будем смотреть, как она работает. Сейчас поставим драйвера. Остальные, которые еще не установлены. Так, ладно, на этом все. Всем пока-пока.